Небольшое похолодание и дожди для озимых посевов только на пользу, говорят специалисты. Приднестровские аграрии не видят серьезной угрозы урожаю в предстоящем понижении температуры. Для озимых это будет своего рода первая закалка перед зимой. Наталья Ткачук продолжит. Один из самых популярных погодных сайтов дает прогноз. Днем в понедельник плюс 15-13, к вечеру похолодание. Во вторник градус еще ниже. Утром всего лишь 7 тепла, потом плюс 10, плюс 11, а ночью недалеко и до заморозков. Но для зимы, говорят агрономы, это вполне комфортная октябрьская погода. В 23-м в конце октября температура была примерно такая же. Это норма для этого периода осени. Физического нету ничего, поэтому заморозки для данного периода – это нормальное явление, поэтому никаких, я думаю, что проблем не будет. Есть сходы, есть уже фазы кущения по-разному. Сейчас самое главное, чтобы среднесуточная температура не упала ниже плюс 4. Вегетация идет, всходы в норме. Агрономы говорят, пониженная температура – это своего рода закалка для растений. Набираются сахара. Растение реагирует на холод. Чтобы выжило это растение, оно быстро набирает сахара, чтобы оно не пострадало. И потом уже продолжается вегетация, и вот две такие закалки. Растение входит в зимовку уже закаленным, нормальным, и это ничего страшного. Хуже было бы, если бы погода за плюс 20 держалась и дольше. Для растений это равно вредителей и болезни. А вот прошедшие дожди всегда в плюс. В этом сезоне они выпали как никогда вовремя. Мы получили хорошую норму осадков, и задача стоит отсеяться. Сильно большое тепло – это тоже не самый лучший вариант, потому что есть шведская муха, гейсинская муха, другая мошкара, которая сосущая, которая лезет в растение, в листву озимого клина, и выкладывает, а это носители болезней. И они нежелательны в большом количестве. А похолодание их где-то уничтожило, где-то разогнало, где-то они попрятались. Что касается садовых деревьев, для них небольшое похолодание тоже не проблема. Яблони, уборка урожая с которых продолжается, понижение даже не почувствуют. А серьезных заморозков пока не ожидается. Наталья Ткачук, ТСВ.